Хей, йога, с вами Шимки, мы продолжаем проводить игру под названием The Soma. Ну, кома, The Coma. Окей, получается, что у нас? Нам нужно найти пароли. Пароли может быть у преподавателей. Где-то может быть, только в учительской. Также у нас же, по идее, еще есть различные коды, шифры, да, и ключи. Можно еще сходить будет в самый низ, где подземная парковка и подземный склад. Можно еще туда будет заскочить. И старый склад, кстати, еще тоже можно сходить, проверить. Но пока что давайте, наверное, сначала сходим в кабинет для консультаций. Где более вероятность. Ну, если что, это у нас шестая серия. Так, на один этаж вниз мне надо спуститься и до конца. Направо, до лестницы. Так, что это? Похоже на чей-то дневник. Эй, я его знаю. Он принадлежит мистеру Чану, учителю рисования. Класс, рисование находится в северном крыле. Может быть, в этом дневнике есть код доступа туда. Есть только один способ это выяснить. Здесь сказано, что мисс Но, учительница музыки, обсуждала с ним свой возможный уход. По ее словам, новый директор хочет, чтобы школы больше сфокусировалась на главные предметы для сад. Она считает, что творческие предметы, даже физра, отвлекают учеников от основных заданий. Поэтому они назначают значительно сократили число элективов и урезали их финансирование почти наполовину. Спортсменов и музыкантов просто завалили. Мисс Ной решила воззвать к разуму директора, но тот отказался. Теперь люди не подчинены из-за этого мисс и решила подать заявление на уход. Вот так служебные отношения и позор. Видимо, даже у учителей бывает драма. Ох, чуть не пропустил. Похоже, все музыкальные инструменты из северного крыла принесены сюда. Рабочие отнесли их в подземный склад, в главное здание. Здесь написано, что коробкам были прикреплены брелки, на которые есть инициации, как попасть в северное крыло. Что же насчет, если я найду одну из этих брелок? Может быть, я смогу попасть в северное крыло? Вон. Блин, сделали бы так, чтобы хотя бы... Видел, где она топает? Так, открыто. Так, записочка. Первый контакт. Она сказала, что я тоже могу научиться магии. Ну и какой гик не мечтает иметь такую силу? Тогда я надрал бы зад любому уроду, который ко мне лезет. Или стал бы богатым и знаменитым, показав фокусы с огненными шарами. Она добавила, что ей кое-что нужно взамен. Это коробка из компьютерного класса, а здесь полно комплектующих проводов. Господин Бан, учитель информатики. Привет. Где же? Цеха, что ты тут делаешь? Нет времени на болтовню, я занят. Где же? Эй, успокойся. Что ты ищешь? Давай помогу. Это твое дело. Окей. Не нервничай ты так. Что не так? Совсем не так. Он будто сам не свой. Ебать. Где оно? Черт! Времени нет, нет, времени чуть-чуть осталось. Нет, отвали от меня.
ты не можешь. Только не меня, уйди. Я приказываю тебе прочь. Наконец-то. Сэхо? Сухой, ты не тревожь его? Злобная сестра. Еще один нарушитель. Люди называют меня сестрой. Что за черт? Это же голос Сёха. Сёха, это ты? Приятель, успокойся. Твоего чувачелы больше нет. Его рот, его язык, его слова теперь принадлежат мне. Да, он не иначе как одержим. Оставь его в покое. Что тебе от нас нужно? Я... беру, что хочу. Мне было нужно тело этого юноши. Поэтому я его взяла. Теперь он мой. Просто перестань. Это страшно, прошу. Почему ты его не отпустишь? Замолчи, мальчишка. Моя очередь задавать вопросы. Что ты забыл здесь? Я тебя не приглашала. Нет, куда знать. Я здесь просто очнулся. Что тебе нужно? Любопытно, ты... впрямь не понимаешь, правда? Мне тебе ничего не нужно, потому что ты ничтожество. Ты вторгся в мой мир. Не трать мое время, убирайся. Скоро моя прекрасная служанка позаботится о тебе. И тебе постигнет та же судьба, что и остальных. Бля, эффект пропал. Твоя служанка, ты имеешь в виду Мисон? Разговор окончен, ты мешаешь моей трапезе. Нет. Стоп. Какого дьявола? А? Это болван. Этот жирный скулящий идиот. Потерял часть артефакта. Глупый мальчишка. Эй, ты незваный гость. Возможно, ты мне пригодишься. Если для меня кое-что отыщешь, я вас отпущу. Твой глупый дружок потерял часть артефакта. Поищи в туалете на 4-м этаже, где он прятался, и верни его мне. Стёха что-то искал перед тем, как я его нашел. Похоже, ей нужно именно то, но зачем? Я вас понял. И, короче, как я понял, у меня пропал эффект бесконечности. Да, ну так, знаете, он слишком быстро расходуется, вам скажу. Так, подожди, говоришь, на 4-м, говоришь, этаже... Ну, поднимусь на один. А, тут же, кажется, закрыто, да, что-то? Короче, если что, поднимусь сюда до медпункта, забегу в кафедру и потом вернусь сюда. Я вас понял. Хотя пусть она меня убьет. Я начну, в принципе, отсюда. Слезь с него. Прочь, иначе нашей сделки конец. Ладно, похер. Подожди, когда я поднимаюсь по лестнице, у меня... Прикольно. Ну, зато я научился нормально входить в проходы эти чертовы. Да, когда стамина заканчивается, это ну, такое себе. Как-то я не вижу, что они так уж и быстро восстанавливаются. Блин, купить, чтобы была бесконечная стамина. Мне ее, по сути, хватило на одну серию, на 30 минут реального времени, то есть игры. То есть, если это держится хер знает уже сколько, то
принципе. И типа от кровотечения, я думаю, мне не нужны моменты эти. Хотя с другой могу этот выпить, и чтобы освободить место. Ладно, восстановлю просто. А, он тысяч... А, нет, 1500 стоит. Так, хорошо, погнали. Мне надо на третий этаж в туалет. Ну, тогда тот четвертый является. Сеха был здесь, интересно, не обронил ли он что-нибудь? Похоже, это записка с Йохом. Ага, точно, узнаю его дерьмовый почерк. Где мне Сёха искать? А где мне внутри Сёха искать? Заебись. Ладно, тогда мы, получается, с вами спустимся сейчас на два этажа вниз. И пойдем в подземный склад. Ждать, пока у меня будет восстанавливаться хп. А вот, вот мне интересно, да? Типа, вот ты не сохраняешься долгое время. И что дальше с тобой будет? Ну, я в том плане, что у тебя нету денег, у тебя нету на лекарства, у тебя нет ни на что. И ты просто умираешь, допустим, у тебя 4 хп, да? Все. Иди ищи что-либо. Я еще и попался в эту херню, ловушку. Ладно, давайте я пойду через кабинет. Сюда она не может, да, зайти? Ага, и чё, блять, мне делать? Этот жуткий назвал себя тенью, надо найти то, что ему нужно, иначе... Где я буду искать Сёху? Ладно, давайте вспоминать. А, вон у меня. Блять, оно сохранило. Бля, я уже тут сохранился. Сука. Ладно, похер.
Чертов яд. Вот зараза. И главное, жалко, что нельзя вещи продавать. Вот сейчас я смотрю, у меня что, дефицит сразу упал. А если... Ну, блядь, ладно, придумаю что. Я очень надеюсь на то, что пойдя туда и поговоря. Так какого черта? Мне это бесит. Хотя могу сделать по-умному, блядь. Сделать сначала так. И все. Не, я нихуя не понимаю. Тогда я нихера не понимаю. У нас северное крыло закрыто ж. Ладно, он с какого класса 1Б, да, был? Если не ошибаюсь. Короче, на самом нижний этаж и надо спуститься. Я тут еще не был. Можно как раз исследовать тогда место, то есть это, если я тут еще не был. Йонха, привет. Мина, у нее кровь, ей кажется очень больно. Мина, что случилось, что с тобой? Это просто рана, правда, и кровь не останавливается. Йонха, мне больно. Это Мисон? Она с тобой это сделала? Я не понимаю, о чем ты. Мне бы кровь как-нибудь остановить. Может, сбегаешь в медпункт? Попробовать взять ее с собою? Найти что-нибудь, чтобы остановить. Я схожу в медпункт, оставься тут, и я скоро вернусь. Спасибо, Йонха, я буду тут. Йонха, возвращайся, как и найдешь что-нибудь, пожалуйста. Не волнуйся, Мина. В конце концов, для чего нужны соседи? Мне холодно, кровь не останавливается. Что же мне делать? Так, алло, у нас есть. Бинт. Ты, блядь, на себе использовал? Ебать ты умный. Вопрос, вот у меня есть. Так, записка. Запутанная любовь. С тех пор, как я сюда попал, я стал настоящим темным властелином.
Подумаю о том, чтобы провести сюда мину. Было бы здорово, если она будет рядом. Она приказала тени доставить ее сюда. Я никогда не сделаю мине плохо. Я просто хочу, чтобы она была здесь со мной. В нашем тронном зале. То есть они хотят, чтобы я сейчас пошел в медпункт. Ладно. А, стоп, я думаю... А, бля, сейчас глаз же пропадет точно. А, глазик может меня подвести на самом деле. Так, хорошо, погнали, медпункт. Два этажа вниз и сразу медпункт. Хотя я могу перед растениями зайти. Это ж медпункт. Опа. Ого, что это? Это часть флейты. Выглядит странно и звучит как-то... Какую-то странную ауру. Наверное, это то, о чем она говорила. Но с какой стати ей понадобилась эта древняя штучка? Так, подожди, нам в медпункт все равно надо сходить. Противоядие готово. О, аптечка. О, аптечка, она поможет. Вот это мне нужно принести мини. Потерпи еще чуть-чуть, подруга. Так, и бинт я взял. Ну и аптечку... Содержит все необходимые для первой помощи, может спасти жизнь. Я могу сразу пойти в подземный склад сначала. Сохраниться. Давайте сначала сохранимся, чтобы не навлечь на себя беду. Эй, тебе нужно это? Артефакт, отличная работа, малыш. А теперь отдай его мне. Сначала ты отпусти его и меня тоже. Ты обещала. Хорошо, мальчик, предлагаю обмен. Отдай мне причиняющийся, и я отпущу твоего друга. Причитающий. Ладно, забирай, теперь отпусти все. Больше мне не нужен. Иди на эти жалкие уступки. Теперь я... Я правлю этим миром. А ты бесполезен. Умри же и покинь мой мир. Ты соврала. Подожди. Что за... Твое тело только что отбило ее атаку. Что? Что это за странная магия? Почему я не могу тебе коснуться? В чем твой секрет? Ну, ничего, скоро моя служанка придет сюда. А у меня есть дела поважнее. Когда станет больно, смирись и прими это. Как будет намного легче. Вот черт. О чем я только думал? Зачем я поверил этой демонической пожирающей тени? Лично мне отсюда выбираться, пока я не... Кончу как Сёха. Эта коробка закрыта в складе. Все предметы старые и в пыли. Они хранились в школе много лет. Но может кому-нибудь пригодятся. Охранник Ким. Запискам. Старая флейта. На старом подземном складе в главном здании я нашел блок флейту. Нас с Теханом послали туда бешеный пес, чтобы навести порядок. Тихон сказал, что она старая и бесполезная, но мне она не показалась ценной антикварной вещицей. Возможно, я наконец-то стану королевской Индианой Джонсом. Отсылка на Индиана Джонса. Так, подожди, а что мне вообще по этому инвентарю? Блядь, у меня все забито. Ну, если что, бинт использую. Так, монетка. Монетка. Ничего.
записка. Так, оказывается, старая флейта – ключ в иное измерение. Это старый артефакт, связанный с трагической школьной историей. Ее мощная спирическая энергия открывает вход в мир теней. Сыграв на ней определенную мелодию, можно даже обрести власть над этим местом. Интересно. Это записка Мясно. Большинство этих коробок нужно унести в музыкласс. Пожалуйста, будьте аккуратны, там очень хрупкие инструменты по скрипту. Они очень дорогие, если что-то разобьется, то платить придется вам. Она ставила бирку с паролем от Северного Крыла. Наконец-то, вот-вот мой билетик в Северное Крыло. Да, как-то в натуре напиток очень быстро закончился. Считайте 20 минут или 25 минут, и он пропал. Ну, один хер, нам с вами нужно еще в один цепь прибежать в этой серии. Слушайте, а я ж могу пойти через другой кабинет. Зачем мне идти сюда, если тут эти ядовитые хуйни? Так, использовать аптечку, не использовать аптечку. Окей, а теперь... Мина, я нашел в медпункте аптечку, держи. И вот и все, перевязано. Как самочувствие? Намного лучше. Ай. Ты в порядке? Я вроде бы остановил кровь, но тебе все равно лучше быть аккуратнее. Думаю, теперь я могу идти. Спасибо, Йонха. Ты мой герой. Нет проблем, Мина. Для друга все что угодно. Ты мне больше, чем друг. Запомни это хорошо. Думаю, теперь можно отсюда выбираться. Осторожнее, тебе все еще больно. Все в порядке. Я ценю твою помощь, Йонка. Не знаю, что бы мы без тебя делали. Теперь я свободна. Свободна? А? Так, это была Мина или какой-то призрак? Что ж, теперь меня уже ничего не удивляет. По крайней мере, ей лучше. Не, в натуре, а что я сделал? Слушайте, я в принципе могу поизучать еще данную локацию. Записку нашел новую. Секрет. Сестра делает все, что ей говорю, но не всегда. Но некоторые секреты еще не раскрыты. Однажды я приказал привести ко мне Мину. Вместо этого сестренка привела ее тень. Несмотря на все приказы, она так и не призналась, как управлять ими. Возможно, я никогда этого не узнаю. Так или иначе, я хотел бы увидеться с Миною. Хоть поговорить с ней, так и не вышло. Короче говоря, он притаскивает сюда тени. Сестра меня подвела. Я попросил привести Мину, но она не выполнила даже такое простейшее задание. Привела ее тень. Приказал убрать ее подальше, но чувствую себя виноватым. Даже не знаю, что сестра с ней сделает. А мы как с вами уже поняли, то, что происходит снаружи, он же сам это говорит. То происходит и тут. Так, ладно, давайте, я думаю, тогда на этом и закончим. В следующей серии мы пройдемся по всем классам. Так что может быть что-то новое, потому что у нас есть полностью все коды от всех проходов. И пойдем сразу тогда в Северное Крыло, будем его изучать. Поэтому если вам не интересны поиски и записки, то можете просто проскипать следующую серию.
Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.